Сегодня в НПК решали, выносить ли предписание о нарушении закона, касающегося этического поведения и предотвращения конфликта интересов со стороны главы фирмы ФФУ Продакшн Андрея Бондаренко. Чем ему грозит такое предписание и за какие конкретно поступки, пока неизвестно. Члены комиссии совещания объявили закрытым, и результат этого обсуждения пока также не объявили.